первом тайме команда сыграла не так, как надо было. Во втором прибавили, я считаю, и хорошо отреагировали на второй пропущенный мяч. Да, забили один гол, были шансы забить второй, сравнять счет. Вот, но, к сожалению, не получилось это сделать, да, и в итоге очков не везли мы отсюда. Мы прекрасно понимали, какая будет игра здесь, да, как болельщики будут поддерживать грозненцев. Вот, и настраивались, в принципе, хорошо на игру, да. Вот, но я еще раз повторюсь, можно сказать, в первом тайме у нас ничего не получалось особо, да. Все ждут от нас побед, да, и не только в этих двух встречах, а вообще в следующих играх мы будем стараться. Ну, следующее дерби, тут говорить особо нечего, да, что этот матч значит для нас. Вот, потом Томск, так что будем выходить, стараться выигрывать, набирать очки.